Экстренное включение. Александра Емельяненко задержали за пьяное вождение под Кисловодском. В чем, собственно, дело? Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском. Он проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться от них, в результате чего попал в ДТП и разбил два автомобиля. По заверению сотрудников полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. В итоге им пришлось доставать его из автомобиля силой. По информации, да и вы сами, наверное, сейчас заметите, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот видео с места событий. Хороший пацан, садись. Не, он с другой стороны хочет присесть. Что? Пропидерская. И ты вот снимаешь меня вот на этом, и гордишься тем, что ты, блядь, полицейский. И что я тебя... Слушай, кусок пропидера. ДПС, ГИБДД, вот, у которого там на медальончике написано. Я понимаю, что... Ну не понимаю, зачем ты снимаешь? Давай, давай, все, не трогайте его! Справа, уйди, стой, ты мешаешь! А не трогайте его! Давай, вот, смотри! Все, поднимайся! Ну нахуй вы снимаете, ну? Емельяненко Александра тут на мэрсе заблокировали. Синий ездит. Поедь туда, поставь УАЗик. Бля, отойди, отойди, спокойно. Сейчас назад там. Поставь туда УАЗик, кто-нибудь. Ну я буду, бля, поставь. Поставь, он там не проедет, УАЗик поставь туда. Сейчас подругу поставь, чтобы ее шатать. Он уже проедет быстрее. Да, пиздец, ебать, да ты там ее. Вот и Емельяненко, а вот на срок ее. Нахуй догоним. Да. Вот и все, бля. Салам алейкум, бля. Ну все же было хорошо. Ну зачем это делать? Ребята, не садитесь пьяными за руль. Никогда это никогда до хорошего не доведет. Люди уже начали высказывать свое мнение, и самое популярное, вы, конечно же, понимаете, какие будут. Зря он ушел с Ахмата, ведь его сделали человеком. Вот зачем он ушел из Ахмата? Хоть контроль был. Никогда такого не было, и вот опять. Ну что ж, пацаны, ждем ответа Рамзана Кадырова и его реакции на этот счет. Пишите свое мнение в комментариях. Вся последующая информация будет на этом канале. Подписывайтесь, не болейте, не пейте за рулем. С вами был Костян. Пока.